Итак, это Call of Duty, Cold War и, естественно, режим зомби. Ну, вы сами все прекрасно видите. Здесь вот этот режим на 20 волн. То есть первые 10 волн будут супер простыми, дальше будет все сложнее, сложнее. И до тех пор, пока там, ну, в смысле, на 20-й там будет самая-самая жесть. И самое главное, на 20-й еще эвакуироваться отсюда. Для этого мы с вами сегодня попытаемся использовать несколько прикольных фишек. Я надеюсь, что все получится. Так, ты открыл здесь дверь, да? А я не смогу взорвать, 1750, если не ошибаюсь, нужно. Здесь, нет, 1000, можно вложить в взрывчатку. Здесь карта разбита на части вот такими дверьми, переходами. И, соответственно, их нужно взрывать, открывать. И таким образом продвигаться вперед, дойти до подземного комплекса, его включить. И все это делать в процессе того, как на тебя под зомби. Я надеюсь, что все будет хорошо, потому что в последнем матче, нет, выиграли, но что-то подлагивало немножко. До этого вроде все нормально было. Видимо, на какие-то серваки попадаешь, и связь до них не очень стабильная получается, не знаю, в Америке. Ну, просто от нас оттуда довольно-таки далеко, на самом деле. Либо сервак немножко лагает. Вот, если попадаешь в Европу... О, у нас двое мальчиков, это хорошо. Это отлично. Еще есть зомбари? Потому что с удвоением нужно, безусловно, обязательно всех рубить. Вот. И зарабатывать очки. У нас с вами в руках сейчас такой стандартный помповый дробовик, но это одно из самых лучших оружий здесь. И наша задача набирать, вот как раз такие зеленые штучки выпадают, это вот у меня сейчас их 100, это улучшение, ну точнее за это можно получать, покупать улучшение. А третий предмет, он дается по 10, он синеньким отмечен, соответственно при помощи него мы будем покупать вот на этом столе, это я рассказываю для тех, кому интересно, как выигрывать здесь. Будем покупать вот такие вертолеты со стрелком, стоят 250. И не нужно мне говорить, что за это можно третье улучшение на броню купить или на оружие, нет. Они вам не нужны, вам нужна эта штука, чтобы последние волны можно было вертолетчиком спокойно зачистить, или когда вы эвакуируетесь отсюда, чтобы опять же можно было все зачистить вертолетом и спокойно эвакуироваться, потому что иначе не хватает просто времени на то, чтобы всех убить. Появились? Отлично. Мне сейчас деньги нужны, о, первая десяточка. Деньги очень сильно нужны для того, чтобы купить газировку, увеличивающую скорость передвижения. И самый лучший способ это, естественно, убивать. Но если нет рядом врагов, можно вот так вот починить немножко барьер. Там по 10 очков получаешь с каждой доски. Нормально. Сейчас еще припустим. Хорошо. Первые просто волны, они самые простые, самые медленные. Меньше всего зомбарей, меньше всего очков получаешь. На всех не хватает, так скажем. Мне нужно буквально еще одного завалить. Вот, отлично. Первая содовая вот здесь вот повышает скорость бега, но если там еще улучшаешь за счет перков всяких разных, ну, это там прокачивать нужно, сейчас не буду вдаваться в подробности, то там очень прикольно получается, что у тебя еще скорость ходьбы задом увеличивается и скорость ходьбы в прицеле в него увеличивается. У меня сейчас нету бабок, а нам нужно взорвать вот этот проход. Если не ошибаюсь, вот там как раз 1750. Коробочка, которая стоит 950, отсюда может выпасть оружие, которое гарантированно, такой лазерный лучевой пистолет, который гарантированно даст вам возможность выиграть в этом бою, потому что при помощи него вы будете разрывать абсолютно всех боссов, не боссов, просто всех. Но получить его, это очень большая редкость. Я вот сколько играю, наверное, каток 20 уже провел. И при мне, наверное, его выбили я один раз и еще один раз, другой человек. И все, больше ни разу не выпадал. Потому что шанс очень маленький, но это имбовое оружие, супер имбовое. Что у нас с вами, 560? Вот здесь продается здоровье, но я его не улучшал, поэтому можно купить, но лучше сначала улучшить. За каждый бой ты получаешь особую валюту, такие камни, я забыл как называется, сорян, такие синие камни. Там можешь 1-2 камня получить, и таким образом за счет этих камней можно их как раз улучшать. Призовые очки. Там ничего, ваши призовые очки. Кто-нибудь дверь бы открыл бы. Деньги у них чистые, Маш. Деньги у них есть. На самом деле, здесь с этого дробаша вот так с прицела стрелять не нужно. Стреляешь от бедра. От бедра самое правильное. Отправляйся в морг. Ну, что происходит? Шестая волна. Но где-то на 10-й волне начнется самое интересное. Пока что ничего не происходит, пока что все простенькое. Ты взорвал? Ведь у нас люди есть, у которых там обрывалк, например, у которого 5000 очков, да? Вот он бы сюда подошел и открыл бы. Вот он там бегает. Потому что у нас очков даже у меня нету, чтобы взорвать. У Фина нету. И если сейчас потратит все очки, у него не будет денег на это самое. Просто чтобы оружие улучшить. А деньги очень нужны. Нужно собирать эти зеленые штуки. Сейчас 200. Нужно 600, чтобы улучшить первый раз ранен. С каждого по 50 получаем. Добро пожаловать на конечную. 5000 нужно, чтобы улучшить оружие. Нормальные двери так себя не ведут. Тихо. Доктор. Тихо. Не хотите рассказать о прежнем? Уйди нафиг. Хорошо, мгновенно убийство. Увы, я сам тогда занимался исключительно атомной темой. Но разговоры были. Таинственные порталы, необычные трансформации. 400. В любом случае, надо восстановить питание.
если тебя уронят или оглушат, ну, то есть не оглушат, если тебя уронят и потеряешь здоровье, ну, там еще можно восстановить, реснуть, то ты теряешь все бафы, которые купил. Поэтому тут нужно быть максимально аккуратным, потому что бафы дорогие. Открыл, да? Ну, оборвалка открывает, молодец. Нет, это SC2, если не ошибаюсь, открыл сейчас. Вторую дверь, открыл третью дверь. Ладно, не пожидимся, откроем последнюю дверь. Мне не хватает, да, у меня 400, мне нужно 600 на броню. Давайте открываем и включаем электричество. Чем быстрее это сделаешь, тем быстрее все появится, и лучше не наружу, и все. Это нужно делать. А я вот в прошлой катке играл с чуваком. Пес-собака. Это такой ник был, да, точно такой ник. Я прям даже скажу, как его звали. Накопил десятку, не хотел открывать. А у меня, ну, то есть у меня было 2000. Я мог открыть, но у него было 10 000. Понимаете разницу, да? А я открывал тут раз дверь, два дверь, и все потратил. Соответственно, это командная игра, командная карта. И мы, кстати, там проиграли. И проиграли, я считаю, что из-за него, потому что мне пришлось потратить деньги, и я не смог улучшиться нормально. А он не вытащил, он фигово играл. Угроза не устранена. Что у нас с вами? 600, можно купить броню. Броня продается вот здесь, вот на манекене. За вот этот как раз зеленый получаем за 600 первую, за 1000 вторую, там как бы пластины. А здесь вот как раз за 200, что ли, не помню, или за сколько синих ты получаешь, или за 250, получаешь, естественно, третью. Но третью не нужно. Как и говорил, нужно вот это именно тратить только на вертолет. Заколотим. А здесь все хорошо. Они это сделали. Здесь на самом деле сюжетец есть, и можно было бы проходить в разрезе сюжета, но в разрезе сюжета тут сложно пройти на самом деле, то есть чтобы все показывать. Потому что иначе ничего не получится объяснять. Нас перенесло в другое измерение, не могу связаться с нами. Ладно, хорошо. Мне нужно 5000. Срочно. А что дальше будет сложно. И мне нужно улучшить хотя бы один раз дробаш. Потому что в самом начале он перезаряжается супер долго. Но у меня есть улучшение там на 8 патронов, все дела. Но это прям самый стандартный дробаш, который есть. И вот здесь вот он лучше всего работает. Ну где они, эти песики? Сейчас песиков просто очень мало, и вообще врагов мало. Наша задача дождаться, когда построится вот эта фигня. 150, да? Так. Ты где? Он где-то рядом. Видите, дробаш почти, ну, почти всех, на самом деле, ваншотает. Вначале так вообще всех. Ну, кроме боссов, естественно. Но и против боссов он хорош. Где-то рядом. Вот тут вот. Или их убивает. Их, в принципе, убивает довольно-таки быстро. Это хорошо. Ничего, на следующей волне, я думаю, все заработаем. Все будет нормально. Спасибо. 200. С этого ничего. Здесь заплатить можно. Так, это радиация меня бьет. Это плохо, ну ладно. Не страшно. Так, знаете, по копеечке и собираешь нужную сумму. Патроны собери. Максимум патронов. У меня голосовой чат не включен сейчас в игре. Это я так сам с собой, можно сказать. 235. Что-то как-то фигово восстанавливается, на самом деле. Если не ошибаюсь, восстанавливается по мере уничтожения врагов. Давайте переходим обратно. Сейчас нужно будет набить достаточное количество врагов, обратно перейти в эфирный режим. Точнее, ну да, вот сюда, в другое измерение. И тогда надо достроиться. Сигнал обнаружен. Продолжаем работу. Что там? Полезли? Полезли. Уверен. Если наши данные верны, а я в этом уверен, они вернулись из другого измерения. Ломаем. Пускай вылезает. Когда они вылезают, можно получить с них ресурсы. Если он не там, то есть, если там убиваешь за стенкой, никаких ресурсов не будет. 4000 уже. О, видите, ресурс как раз. Так, аномалия появилась, переходим обратно в аномалию. Давай. Ладно, нормально. Призовые очки просто были, я хотел дополучить немножко бабок. Ну ладно, плевать. Естественно, это дробаш, и стрелять лучше вот так вот сблизи. То есть, видите, они уже стали немножко посильнее, не убивая с одного выстрела. Чуть-чуть больше нужно. Давай, сейчас достраиваем, и все. 4870. И можно будет улучшить буквально еще одно-два убийства. Может быть, вот здесь вот доколотить, да. Здесь чиним еще одно убийство, и все. Давай, камон. Тут как дела? Тут я заколотил.
Вот там еще напротив есть. Где-то ходит один зомбарь, и мы его забить не можем. А вот десятую забили волну. Хорошо. Да, отлично, здесь тоже можно. Сейчас полезут опять. Че, не хватило чуть-чуть? 10, 10 не хватило, ты прикинь, где-то здесь еще что-то было, вот. Во, хорошо, 5000. Ну давай, застроим уже. А делал я это для того, чтобы можно было вот там улучшить оружие. Ну чё, где вы? Идете? Отлично, наконец-то. Но просто сейчас не улучшишь, потому что оно еще не появилось. Сейчас появится. Тихо. Уходим. Это мое, спасибо. Уходим в эфир. Есть, отлично. У меня на иксе умелка, которая заряжаемая, и она переносит тебя в эфирное измерение, позволяет тебе скрыться от врагов. И плюс еще у меня, собственно говоря, перк стоит, чтобы оно... За спиной нет никого? Чтобы оно тебя... Ну, боезапас полностью установило. А вот так, раз. Кидаю взрывчатку. Хорошо. И соберем все. Нужно идти улучшиться, по-любому. Хватит дурака валять, идем улучшаться. Что у меня происходит? 750, отлично. Что-то там проползло мимо. Спокойно, чувак, да я улучшусь. Вот теперь мы с вами поговорим. У нас стало больше боеприпасов, у нас стало больше урона. И перезарядка стала по 4 патрона за раз. Но, в принципе, вот с таким уже можно пройти до самого конца. Хищник один на подходе. Окно эвакуации скоро закроется. Если готовы, приступайте немедленно. Вот теперь с 10-го каждые 5 раундов можно эвакуироваться. Но, естественно, мы играем 20 раундов в матч. Я надеюсь, никто не захочет сейчас эвакуироваться. Так, что происходит? 850 у меня. Нужно синие собирать. Синие очень нужны. Так, у меня на самом деле лечилка на ко. Она мне не нужна. Давайте возьмем с вами вот это вот. Это оглушающее. Оглушающее прям хорошо работает. Во, совсем другое дело. Сейчас валить будет просто в путь. Стрельба увеличилась. Все увеличилось. Темп стрельбы. Перезарядка по 4 патрона, как я и сказал. Что там у нас с вами? Сентакс? Нет, ложная цель. Ложная цель тоже хорошая штука, я подберу ее. Схватили все. 900. 950. Чего нет? Подобрал он, да? Подобрал. 1000 есть, хорошо. Идем, возьмем броню. Дальше уже все остальное. Есть, берем вторую броню. Больше броню не улучшаем, этого хватит. Этого просто-напросто хватит. Что там выпало? Фигня. Ну, можно, в принципе, подойти еще немножечко здесь заколотить. Все равно врагов не вижу. Сейчас скоро появится первый босс. И тут нужно быть аккуратным. Он уже мог на самом деле появиться. Хотя нет, о нем нам скажут. Потому что они скажут, что типа чувствую там радиация, что-то такое появилось. Вот, помимо оружия здесь можно улучшать патроны. И патроны там тоже прокачиваются. К этому придем позднее, потому что у меня сейчас в принципе все хорошо с патронами. А улучшать я всегда предпочитаю, когда у тебя заканчивается. Ну чего, где последний? Такое бывает, что он где-то вот один шатается. И из-за этого волна не заканчивается. Нет, 12-я пошла. В вашем направлении движется крупный очаг радиоактивности. Вот, крупный очаг радиоактивности. Лучше его здесь встречать, самое идеальное место. Давай, немножко постреляем. Окно эвакуации закрыто. Я сообщу, когда будет следующее. Сейчас босс припрется. Нам нужно, чтобы четвертый тоже пришел, чтобы нам потом не нужно было бегать, его там спасать нужно. В этом плане нужно обязательно держаться вместе со всеми. Чтобы тебя не нужно было спасать. Потому что это для всех создаст большие проблемы. 90 у нас с вами синих. Нужно больше. Тихо. Нежить ликвидирована. Ладно, нормально. Народ прям гасит. Синий подберем. Потому что я боюсь, что кто-нибудь потратит на броню. А нам это с вами нужно, чтобы обязательно купить 110 уже. Чтобы купить себе, как я говорил, поддержку вертолета. Так, 7500. Любопытно. Во, они разделились. При повреждении оно делится на двое. Странно, держи. Аккуратно. Не нужно увлекаться.
Смотри, какой урон по нему. Это босс. Неплохо. Забрали броню. Есть еще один. Где он? Завалили его, походу, да? Молодцы. Хорошая команда, хорошо играет, да. И не жадничают, и хорошо двери открывали, молодцы. Тут, мне кажется, даже я больше жадничаю. Немножко заколотим. Ну, я говорю, вот так вот потихонечку, по копеечке. Там соточка, здесь соточка, да, то есть, ну, по 50, естественно. Ну, то есть, вот два заплатил, сотку получил. Опа. Вот, соответственно, таким образом, естественно, деньги зарабатываешь. Тихо. Главное, чтобы не зажали, потому что если они зажимают тех, она бьют, они очень больно, по 50 здоровья. А у нас всего 150, то есть, сами понимаете, 3 выстрела и привет. Так, зря, не, на самом деле, не слышим, мне кажется. Ну, там, конечно, удобно сражаться и бегать кругами, но я считаю, что это не самая лучшая идея. Отлично, поперла. Боение, оп, а, очков, у нас 10 тысяч уже. Добиваем. Броню можно починить за зеленые. Кажется, ли поперло? 160, да? Хорошо. 160 по-прежнему. Заряжай. Патронов просто дофига. Есть коробка, 170. Вы обречены на неудачу. Давай, давай, давай. Все шикарно идем. У нас с вами 13 тысяч. Еще чуть-чуть осталось, прям капельку. И улучшим до второго уровня. Это самое главное, то есть сейчас вот докачать до второго уровня. Дальше мы сможем новых боссов убивать. И эти будут рассыпаться просто в щепки. Просто в щепки. Кстати, вот сейчас мы опять в эфир попали. Смотрите, здесь можно сломать вот этим ближним ударом. Сломать вот эти кристаллы, и оттуда выпадает броня. Ну а тут много чего может выпасть, но в основном броня. Тихо. Давай еще. Чтобы не ремонтировать. Что-то мы получили, я, честно говоря, не обратил внимания. Ничего. Какая-то фигня выпала. Ну-ка. А, оглушающие гранаты. Нет, нам это не нужно. Ну, еще кристалл. Вот кристалл. Очки. Возможно, да. Вроде здесь все, но я не знаю. Ладно, пойдемте вниз. Нам осталось 1400 всего-навсего. Можно починить барьеры. Сейчас где-нибудь выскочит этот... Не знаю. Зомбарь его добьют по-быстрому. Мы придем дальше. А вот он. Че, поперли, что ли? Поперли. Да, следующая волна. Братан, а что с тобой? Сейчас, ладно, подлечу. Не заплатил я нормально. А что, подлечит? Но пока здоровье дофига. Держит. Все. Держится, держится. Спокойно, чуваки, спокойно. Ладно, пошли подлечим. Где он? Вот там. Реанимирую. Бодрее. Ставлю ложную цель. Ставим вторую улучшение. Ну вот. А где спасибо, чувак? Обычно такие моменты говорят спасибо. Ну там действительно можно сказать спасибо. На клавише Т там у вас есть такая штука. И типа благодарность. Весьма признательна. Ну, я сам себя поблагодарил, нормально. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Так, 900, у нас с вами броня уже 2. Нам нужно еще 50 синих. Можно. На самом деле немножко, там, не знаю, какие-нибудь улучшения попытаться изменить на оружие. Но у меня, в принципе, все хорошо сделано. Меня устраивает. Опять собаки, да? Да, собаки. Помощь ему. Спины прикрываем. Пускай собирает, может, ему нужно. Броня обновления. А, вот он. А, нет, это там маленькое количество собак, на самом деле. Это меня. Следующее улучшение оружия 30 тысяч, так что лучше сгонять и взять что-нибудь типа здоровья. Нормально, прикрыл его. Здоровье или скорость перезарядки, вот здесь скорость перезарядки, здоровье вот там наверху. У нас с вами 3400, нам по идее хватает, можно прям это и сделать.
Как видите, сейчас прям здесь врагов нету. Может не повезти, вот здесь бежал, у меня здесь босс появился и прям сразу в удар убил. То есть, ну прям, это такой форс-мажор дикий. Давайте, выпьем. Ага. Все зеленое. Сейчас собаки появятся в большом количестве. Пойдемте вниз. Да, собаки появятся. Бежим. В своем смысле, для того, чтобы с ними быть рядом. Если что, мы их спасем. У меня просто урон очень хороший. Их нужно спасать сейчас будет, по-любому. Со спины нет. Так, просто на всякий пожар. Нет никого там рядом. Главное, чтобы они справлялись, потому что я не знаю, где второй. Вот там еще один наверху. Это плохо, что он от нас убежал. Он 220. Так, нужно 250. Просто по-любому купить нужно. Группа, мы можем эвакуироваться. Волна. Хорошо идут, молодцы. Не, не будем, не будем, не будем. Я могу на самом деле сходить показать вам вот эту коробку с случайным оружием. Ну там просто крутится оружие. Как это самое назвать? Рулетка, да? Вот, и что выпадет, то выпадет. Может выпасть хорошее оружие, может выпасть фигня. Именно поэтому, ну, просто не хочу деньги тратить. Потому что я бы еще и патрончики купил бы получше. Так, поперли. Я бы купил получше патрончики. О! Мгновенно. Хорошо, это удачно. И еще бы здоровье. Давай. Нормуль. Гасим всех. Угроза нежити устранена. Хорошо. 2300. Перезарядка. Отлично. 2700. Сейчас скоро пойдем с патронами. Патроны, ну, они просто на самом деле очень нужны. 280 у нас с вами. Возьмем. А здесь где-то босс рядом, походу, да? Вон, вижу босса. С боссом лучше вот сейчас уже не шутить. Здесь к нему не подходить. Сейчас, секунду, не вижу его. Один? Вроде один. Бьет меня. Броню восстановим. Черт. Давай вот так. Поставила обманку. Нам нужно подлечиться, чтобы восстановило здоровье. Раздвоились. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я лоханулся. Они что-то на обманку не среагировали. Давай, лечись. Лечись, 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 хорошо. Если что, в эфир сразу прячемся. Да лучше от бедра. Есть один минус. Собираем с него броню. Бьем второго. У него тоже дробаш, да? Это хорошо, отлично. Есть, отлично, 6 тысяч у нас. Я бы сходил за здоровьем, как я и сказал. Что такое? Деталь эфироскопа. Пускай будет. Зря подобрал, что ли, да? Не знаю, не знаю, не знаю, ребят. Я не знаю, что это такое. Я первый раз такое видел. Наша группа нашла какую-то деталь. Что это может быть? Похоже на сканирующий датчик. Думаю, сотрудники конечной станции изготовили его, чтобы принимать данные из другого измерения. Максимум. И что? Зачем мне это сейчас? Ладно, у нас с вами улучшение есть. Так, а подожди, я здоровье что ли выпил уже? Да, у меня 200 здоровья, все правильно. Значит, у меня есть скорость, это есть. Я думаю, что еще взять. Патроны и... Ну, я просто не соберу 30 тысяч, я вижу, что уже 17 уровень. Так, ладно, давайте сейчас заглянем вот сюда. 17-я волна. Так, нужно идти спасать срочно. Заглянем сюда, поддержка, вертолет. Отходим. Подняли его? Подняли. Что у нас? 1600. 1600 и 90. Зашли сюда, взяли вот эту банку. Плюс перезарядка. Прям очень полезная штука. Особенно когда против толпы. А, подожди, там еще один упал. Нет, X. Ладно, живем.
спасать. Я прикрывать буду, а ты спасай. Псы тут порой очень больно бьют и очень неприятно. В плохой момент попадаются. Его спасли, его опять спасли, я опять уронили, я понял. Или это другой уже. А, мясо. Перезарядка. Хорошо. Удвоение не может не радовать. Все здоровы? Да, все здоровы, все хорошо, отлично. Здесь что у нас? 110. Я бы взял на самом деле броню. Но знаете, что я сделаю? Я пойду и отремонтирую просто-напросто. У меня можно отремонтировать вот здесь вот, за зеленые. Вот этот вот ремонт, да. Все нормально. Сколько мне зеленых? 1550. Можно на самом деле с оружием поиграться немножко вот так вот. Раз и два. И там, глядишь, может быть, что-то действительно годное выпадет, потому что... Не знаю. Я вот с этим не разбираюсь, на самом деле, с улучшением. Ладно, надеюсь, что да. Пойдем наверх, там что-то происходит. Возможно, босс. Где они? 8300. Патроны я не взял, вот что я не взял. Вон они наверху. Скорее всего, босс. Сложно сказать. Да нет, просто стреляются. Тут можно по-быстрому вниз спуститься. На самом деле очень удобно. Че ты за ним бежишь? Хорошо. Девять тысяч у нас. Так, 110. Фляж зебра. Пес, убиваем пса. Все самые гады. Спасибо. Патроны это хорошо. Ну, типа, спасибо игре, наверное. Она выдала. Потому что порой прям вот четенько приходит, когда нужно. Ладно, давайте на самом деле действительно сходим за патронами. Я думаю, что 30 тысяч не соберем таким образом. Можно было бы еще улучшение купить, но типа. Пофигу. Пошли сюда. Я надеюсь, сейчас не прыгну в толпу, но если что, у меня есть возможность спрятаться в эфире. Должна быть возможность. Хорошо, мы с вами сюда попадаем, перезаряжаемся. Ой, не туда побежал. Так, и туда-обратно, к ружейке. Здесь вообще можно перепрыгнуть на самом деле. Давай. Берем патроны. У меня есть патроны, которые одного из зомбарей случайным образом могут сделать твоим. То есть, ну, он будет за тебя сражаться там. Атаковать всех, потом взорвется, нанесет урон дополнительный. Входим, вот он, видите. О, кто-то ядерную бомбу взял. Сейчас все зомбари получили урон. И после того, 18-я волна. Неплохо, сразу на 19-ю перешли. У нас с вами 9600. Не знаю, что с ними сейчас прям даже делать. Потому что по большому счету за монеты. Ну вот здесь вот можно купить то, что у тебя оружие получает случайные бонусы. То есть каждый выстрел там случайными фишками выстреливает. Ну типа такое, не знаю. Когда ты точно знаешь, чем выстрелит, оно приятнее. Ну, выпили, купили, бог с ним, пускай будет. А где-то еще какой-то стоял. А, он там же в комплексе внизу. Давайте лучше вот здесь вот побегаем. Все, я думаю, что хватит пока что улучшаться. Здесь просто по кругу хороводить, вот через этот спуск спрыгивать удобнее всего. Прям очень удобно. Немножко улучшаем сам дробаш. Здесь прокачивать оружие очень хорошо. Спокойно. Сейчас босс появится по-любому. Бежим. Собираем вот так толпы, хороводим их спокойно. Заяц. Не знаю, что это значит. Какое достижение заяц. Заплатили все. Вижу босса. Я говорю, босс сейчас появится. Аккуратнее бежим. Не рискуем. У меня есть эфир. Самое главное, чтобы мне не просаживали здоровье. Кажется, забил я первую стадию, да. И спуститься можно. Уходим. Нормально. Я надеюсь, что у них все хорошо. Потому что обычно в этот раз приходит... Ну, то есть на этой стадии приходит два босса. Пускай он с ним посражается. Есть хорошо оглушающие. Тут заберем.
Нормально, броня. Туда не встаем. Сейчас он видимо отстрелил. Хорошо, что-то за спиной. Спокойно, собака. Нормально. Бегаем, бегаем, просто бегаем и стреляем. Потому что их двое, я один. Боски имею в виду. Мне сложнее так. Внимательно. Аккуратно и внимательно. Удвоение. Удвоение очко. Хорошо. Давай так, вот раз. Ставлю заряд С4. Взрываем. Тихо, бежим. Очень мало здоровья, бежим. Просто бежим, нужно восстановиться. И броню пробили. С4. С4. Мало урона, видите? Я так гораздо больше не наношу. С4 никакой пользы нету. Есть, забираем броню. Хорошо. Давай, сражайся с ним. Главное не целиться, то есть все от бедра. Соло завалили босса. Я надеюсь, что у них все хорошо. О, это им поможет. Баба. Призовые очки. Он сказал, поздравляю, не знаю почему. То, что я нашел эту фигню, да, это удачно, согласен. Так, 20-я волна, самая сложная, но у нас с вами есть вертолет. Ну все, в принципе, ждем врагов. Ждем врагов, все. Зачищаем 20-ю волну и дальше уже все. Можно будет отсюда валить, я надеюсь, что все получится. Что у меня происходит? 220. Помогаем, 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 прикрываем. Перезарядочка. Кроем своих, обязательно своих кроем, чтобы их не зарубили. Потому что я вижу, что у кого-то там броня пробита. Оборвал, если не ошибаюсь. Это свой теперь. Тихо, нет. Если почуял, что ты уперся, сразу меняй движение. Я уже много раз так вначале умирал. Меня роняли, потому что, ну, это зомби. Ты уперся в зомби, чувак. Хорошо идем. Четенько. Сейчас 20-ю пройти и все. И красота. Дальше справимся. Песик. Песеля надо завалить. Потому что песели самые противные тут. В этот момент. Чтобы он с вами не мешал. Отлично. Я понимаю, что что-то все подлагивает, но это бывает сырва. Это не меня, это не кнопка, это серваки порой подлагивают. Из-за этого все вот так вот немножко FPS проседает и дела. Это уж я ничего сейчас сделать не могу, ребят. Так, ну. У меня на самом деле столько штук, что я могу еще что-то скрафтить. Я не знаю, одно другое заменит или нет. Надеюсь, что нет. Но не буду я это сейчас рисковать делать. Ну все, почти все. Так, у него, блин, теперь никакой пользы не будет. Куда он пошел? Пошел вниз в подвал. У нас с вами 20 тысяч, я не смогу улучшить третье оружие. Третье улучшение на оружие взять, зато я смогу взять третью броню. Мне хватает на третью броню вполне. Пойдем возьмем. Вот теперь-то да. Теперь Грубо, открыто да. Новое окно эвакуации. Вертолет. Улучшаем до третьей брони и идем. Хищник один вылетел в точку альфа. Отправляйтесь туда, пока окно это открыто. Здесь. Точка альфа это здесь. Секунду, не сюда, вот сюда. Бежим. И вот сюда. Черт. Взрыв, давай. Точка альфа это здесь. Что мне сделать? Я ни разу сам не вызывал. Он сам, кажется, должен вызваться. О, еще и вода какая-то. А, это лечилка. В смысле, скорость лечения. Мы просто, кажется, сюда прийти должны, и все. Как только вертолет появится, тогда будем уже все делать. Уходим отсюда, пока они нас не нашли. Сейчас появится толпа. Группа, иду опасно. Устраните оставшихся противников. Все, хорошо, погнали. Трешечка. Это факт. Нужен вертолет со стрелком. Ну и вот. Для этого мы с вами это покупали. Вот что ли раньше, не знаю. Вроде все.
Так веди... Четыре противника где-то, я не успеваю. Где? 15 секунд, быстрее! Три. Они в туннелях, что ли? Что за ерунда? Один, где? Вижу. Успел. Все, успел. Приступаю к эвакуации. Отлично. Эвакуируемся. Есть, отлично. Вот это сейчас было неудачно, потому что какие-то просто зомбари ушли из зоны видимости. Но мы... Вон, как раз, кристалл эфира. При помощи этого кристалла эфира можно улучшать все свои умелки. Фух, вот таким вот образом протекает зомби-режим. Вот таким образом мы эвакуируемся. Хорошо, что получилось сделать все, и броню взять, и вертолет себе купить. И вообще все отлично получилось, я считаю, в этом выпуске. Потому что, чтобы научиться вот так вот, у меня ушло довольно-таки много времени. Но режим безумно классный, безумно интересный. Здесь есть такой же режим, но бесконечными количествами волн. То есть сколько продержишься, столько и продержишься. А потом еще нужно успеть продержаться, смочь продержаться, точнее, волну, которая вот именно с вертолетом. И в этот раз волна, как я вам показал, она прям очень простая. Но на самом деле она сложная, просто хорошая команда была. Если команда не тянет, или если у вас осталось трое, ну, у вас будут проблемы, реально. Так, почему четыре этих камня? За что? Кстати, самореанимация появилась, снаряжение. Какой класс, у меня раньше такого не было. Это прям полезнейшая штука. Ладно, хорошо. Так, давайте еще раз посмотрим. Сейчас выходим из... да, нет, нормально. Обратно в зомби, выходим из очереди. Комплект. То есть у нас с вами есть навыки. И вот здесь можно, ну, например, как раз боеприпасы модифицировать. Вот эти боеприпасы, которыми я стреляю, которые берут под свой контроль противника. На 15 секунд моей сложности, ну, в моем случае это на 20 секунд. Плюс при гибели переработанный противник взрывается, нанося урон от яда. Удвоение урона, наносимого перевербованный, точнее. И удвоение урона, наносимого перевербованным противником, он неплох, на самом деле. Также есть патроны скрия-заморозки, то есть при попадании они будут замораживаться, оглушаться, поджигаться. Огонь — это самая фигня, потому что работает только на обычных зомбарей. Дальше что у нас с вами есть? Есть улучшение как раз на вот эти вот все баночки содовой. У меня хорошо улучшен коктейль выносливости. То есть, как видите, скорость заднего хода, отсутствие урона от падений и ускоренное перемещение в режиме прицеливания. Плюс вот это нужно улучшать, это у нас с вами, естественно, здоровье. Сокращение длительности негативных эффектов. Второе, у нас пластины брони восстанавливают нашу броню лучше. И третье, это плюс 100 здоровья, потому что просто так она дает 50. Соответственно, вот это нужно брать. Вот это нужно улучшать. Но в первую очередь, естественно, нужно улучшить оружие. У меня улучшены штурмовые винтовки. И вот сейчас я бегаю с дробовиками и не могу лучше дальше, а нужно было бы. Тут увеличение урона от критических, повышение бронебойности, все дела. Ну, это действительно классно, но я еще поиграю, себе улучшу. Ну, на самом деле, посмотрим, если вдруг зайдет этот режим. Может быть, сыграем в следующий раз с вами не в 20 раундов, а здесь есть, естественно, в зомбарях. Сейчас актуальный этот лобби. А я могу выбрать как-то выбор? Вот операции. А, да, нажимаем на него. Вот здесь 20. Есть бесконечно, а есть мертвецкие забавы. Это еще нужно смотреть. Я там даже не играл. Мне просто хотелось разблокировать вот этого исполнителя. Это у нас с вами парк. Соответственно, можно разблокировать только 3 раза эвакуировавшись. Ну, то есть, я это сделал. Я на вам все показал. Я надеюсь, вам поможет. Опять же, надеюсь, что выпуск понравился. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.